Приветствую всех, друзья, гости и подписчики канала. Начинаем потихоньку еще одну сборочку. Это у нас Little Bird от фирмы Kitty Hawk в 35 масштабе. Обзорчик уже был на него, поэтому потихоньку начнем. Думаю, мешаться он не будет в процессе сборки К-27. Набор предоставлен магазином Ямоделист, за что им отдельное спасибо. Ссылочка есть на магазин в описании, поэтому можете перейти, посмотреть, ну и выбрать что-либо для себя интересное. Сборку начнем поэтапно, как у нас тут и предлагается. Не знаю, насколько мы успеем продвинуться и до каких пор успеем добежать. Ну, посмотрим. Придется тут и собирать, и красить сразу. Поэтому не знаю, как там. Что-то буду показывать на ускоренном, что-то этапами. Доработок тут, я думаю, вряд ли будет, потому что вертолет в плане фотографии очень скуден. Ну, посмотрим. Если что-то найду такое, где можно что-то добавить или прибавить, постараемся сделать. Ну, сейчас удаляюсь на отделение деталей необходимых к первому нашему шагу. Это, я так понимаю, сборка двигательной установки. Энергоустановки, точнее. Вот. Ну и посмотрим, что там, да как. Далеко не убегайте. Так, друзья, небольшое включение. Подсобрал я тут кое-что от нашей кабины. Все такое миниатюрное и разваливающееся. В общем, теперь вот это все пусть лежит у нас перед покраской. Ну, дальше, наверное, продолжим собирать. Но сперва покажу один момент, который обнаружил. В общем, вот здесь тут я себе пометил. Если кто собирает данный набор, тоже у себя пометьте. Деталь B57. Не C. Вот такой вот тут момент. Остальное, в принципе, все пока зергут. Ну, немножко мелкого облоя, конечно, было, но это не критично. В принципе, все стыкуется пока нормально. Единственное, вот здесь тут небольшая щель получилась. Но это чисто из-за того, что, скорее всего, я просто вот эти вот пеньки срезал случайно, направляющие. Ну, ничего страшного, зашпаклюем. Тем более, что это особо у нас видно не будет, это двигательный отсек. Ну, теперь дальше соберу вот эту вот часть, эти подсборки сделаю. И дальше, наверное, будем уже начинать красить наше все это убранство. Посмотрим, что еще можно подсобрать до покраски, чтобы нам состыковать весь внутренний отсек. Далеко не убегайте, буду показывать также этапами, не буду заострять внимание, чтобы вас не утомлять сборкой ненужной. Если какие-то включения нужны будут, тогда появлюсь. Итак, подсобрал я 4, 5 и 6 пункты. Получилась вот такая вот у нас задняя стенка. Добавил тут проводочков немножко, какие нашел. Кстати, единственные, наверное, провода, которые нашел внутри.
Да, это у нас спереди выглядит. Вот. Что хотел сказать. Кресло, на мой взгляд, лучше собирать прямо на вот этой штуке. Потому что, как нам предлагает инструкция, собрать сперва кресло, потом поставить. Не знаю, довольно проблематично это дело состыковать, на мой взгляд. Ну, хотя, можете попробовать, кто будет собирать. Мне удобнее было прямо вот сразу сюда собирать кресло. Приклеил эту спинку, потом эту, потом вот эту штуку. Точнее, вот эту штуку, потом нижнюю. Вот. Всякие рычаги тут поставил. Рычаги довольно интересные, особенно вот этот вот. Он сборный, из двух частей. Так что будьте аккуратны. Очень много мелких деталек. Вот. Что еще подсобрал? Вот этот наш основной, можно так сказать, пол. Блок вот этот с патронами. Вот этот какой-то, не знаю, ящик. И педали. Педали довольно неудобная конструкция. Точнее, в чем неудобство? Питатели к педалям подходят прямо вот здесь вот. И их довольно тяжело вышкуривать. Поэтому будьте аккуратны. Ну и несколько моментов я тут себе поотметил. Сейчас покажу, приближу, чтобы конструкцию видно было. В общем, не знаю, может, это мне попалось так, или оно везде в этих отливках. В общем, вот этот вот рычаг вставляется сюда. Здесь не было дырки. То есть я сверлил дырку примерно 0,6 мм, чтобы его вставить. Не знаю, что это там, скорее всего, какой-то воздуховод или что-то там для подсоединения чего-то. Или, может, для связи. В общем, какая-то такая вот штука непонятная. Вот эта деталь была не помечена, я себе пометил здесь. Это А25. Вот эти детальки перепутаны были, то есть это наоборот. Вот это 38-я, это 39-я. И еще один момент, кто будет собирать, пометьте себе. Вот в этом наборе почему-то не указано. Тут два варианта сборки вот этой фермы. Вот этот вариант для штурмового AH-6, а этот для MH-6. Для десантного варианта. Соответственно, дырки здесь надо делать только вот для этого варианта. Я их сделал, ну, естественно, буду их, наверное, зашпаклевывать. Вот тут вот две дырки надо эти зашпаклевать. Вот эта дырка под огнетушитель. Ее здесь не было, тоже пришлось ее сверлить. То есть мне что-то попалась такая отливка интересная. Ну, сейчас загрунтую это и, наверное, покрасим еще в этой серии. Посмотрю сейчас по хронометражу, сколько получилось. Ну, скорее всего, покрасим. Хотя бы в базовый черный цвет. Так что далеко не убегайте. We'll be right back.
покрасил я в черный цвет все наши, можно так сказать, заготовки наши. Посмотрел по хронометражу. Я думаю, достаточно будет для первой серии. Дальше я уже прокрашу, наверное, все остальное за кадром. Ну, тут по большому счету нужно покрасить части двигателя, ну, точнее нашей энергоустановки, и вот эту вот стенку. А так, в принципе, тут особо и красить не надо ничего. Ну и сделаю там приборную доску, приборчики все эти наши вручную раскрашу. То есть, ну, подготовлю уже непосредственно к следующей серии все. И будем дальше работать. Так что вот такой вот результат. Спасибо всем за внимание. Следите за новостями. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.